Открытое акционерное товариство «Завидовское» у Добрыжском районе сярод лепших. Тут не только добро подрыхтовались до уборочных работ, але и за уласный кошт набыли новую технику. Представникам областного объединения профсоюзов демонстрируют створенные для работников бытовые умовы. Але при этом не утоивают. Ты, в свою чергу, повинны притримливаться працовной дисциплины. Контроль строгий, у тем лику с допомогой видеокамер. На их наявность у господарцы никто не скардится. Коли не порушаешь, то и бояться нема чего. Дисциплина в разы увеличилась. Так как помимо людей знают, что специалисты контролируют, а еще есть и видеокамеры, которые можно просмотреть в любое время. И память позволяет до 3 месяцев хранения информации. Если даже какой-то либо случай, произошедший на территории данного объекта, можно восстановить факты. Открытое акционерное товариство «Завидовская» – первая господарка, где областное объединение профсоюзов начинает реализацию нового проекта. Ранее, подчас проводимого мониторингу аховы працы, тут вырешили допомогчи аграриям у набытии специального обутку, так званого летнего варианта, у яким можно безопасно працовать навод у самый спекотный период. И это не единая инициатива, якую зараз реализуют региональные профсоюзы. Приобретены и оснащены объекты сельскохозяйственных организаций в прошлом году 2 районов – Лоевского и Кормянского. В этом году данная работа будет проведена в Октябрьском и Петриковском районах. Приобретены были водонагреватели, приобретены были микроволновые печи, как в прошлом, так и в текущем году. От питания допомоги до вытворчей дисциплины и хода полевых работ. Постание на сегодня на Гомельщине збожевые убраны на 13% площадь. Намолочено каля 97 тысяч тонн. Работы стримливают дожи, але это не единая перешкода. Готовность комбайнов у господарках зараз складая 85%. Это недзе на 10% меньше необходимого. Коли ситуация не изменится, то навод при добром надворье уборочная будет протягиваться на тыдень больше оптимальных терминов, что повелишить и так немалые страты. А прача того, есть пыта доставления комбайнеру до техники. Подчас семинару размова об так званой регулировке механизмов. Сдается, усе и усе ведают. А на палетках подчас жнива застаются сотни килограммов урожаю. Потери зависят от технологической наладки комбайна. Может, если не уплотнить, будет просыпаться. Если не настроить нормально молотильное устройство, не будет вымолачиваться, будет с соломой выходить. Если неправильно отрегулировать ветер вентилятора, зерно будет выдувать. Поэтому для этого мы сегодня и собрали и агрономов, и главных инженеров. Пытания вытворчей дисциплины были актуальными завсёды, а коли працовать приходится у особливо складанных умовах, увага до их повелишивается. Тем более, что отпочивать механизаторам особливо не приходится. Нехто рыхтуе палетки до нового урожая, нехто занимается нарыхтовкой кормов. Их так само необходимо собрать с минимальными стратами и без несчастных выпадков. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрыжский район.